Я думаю, о заметности пока беспокоиться вообще не стоит. Заметность там как-нибудь потом мы изучим. Снижение заметности, я имею в виду. Блин, это будет вообще долгое добивание игры такими темпами. Я все-таки хочу попробовать что-нибудь допройти еще на суперсложном. Я не гарантирую, что я что-то буду проходить на... Ну, точнее, пройду там. Я не гарантирую, что я прям пока не закончу все на суперсложном, я не закончу цикл. То, конечно, не произойдет, потому что... Я не собираюсь тут просто упарываться до бесконечности. С этим рандомом гребаным. Но, тем не менее, поиграть-то я еще поиграю. Охота все-таки выложится по максимуму. Так, воздух мутировал. Хорошо. Но на этом поступление очков ДНК, конечно, прекратилось. 11. Нужно как можно больше мутаций. Просто как можно больше мутаций нужно. Чтобы на халяву получать очки. Так, насекомые два. Здорово, отлично. Здорово, круто. Вот сейчас попрет. Но нас сейчас могут заметить, кстати говоря. Мы сейчас будем очень быстро переть в гору. Вот про что я и говорил. Так, ну, медицину, естественно, надо. Медицину, естественно, надо тормозить. В обратную сторону. Это, конечно, все очень дорого. Отлично, меня все-таки заметили. Скоты, а? Скоты! Темпы довольно высокие, но... Мне кажется, это нифига не поможет. Америка, давай! Темпы неплохие, надо сказать. Сыпь пока. Блин, я не знаю, откатывать сыпь, не откатывать, или до путников сразу же прокачиваться. Ой-ё, сколько у нас там еще здоровых стран-то? Слушай, надо пот изучать, 100%. Россия, давай, Россиюшка! Болей! Максимально болит. Блин, по воде, как всегда, вот это была подстава. Давай, 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 давай. Пот, 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 пот. Пот мне поможет. Ну, как обычно, не хватает очков, блин. Ну, не хватает. Не хватает очков. Щиток тебе. Смотрите, гребаные. Зачем? Вот надо было... Да нет, не надо было. Я бы Гренландию не заразил бы. Вот дерьмище. Не хватило на сопротивляемость холоду. В принципе-то, в итоге.
Теперь не хватит на летальность. А не хватило на сопротивление холоду, потому что, блин, пришлось заражение по воде изучать. Классно. Вот такие у нас подставы веселые. Да это опять просер королевский. Не знаю, понатыкаем всего понемногу. Какая медицина замедляет лечей? Какая медицина? Вы что, упоролись, что ли? Ну, что я еще должен вам изучить, чтобы медицина не замедляла изучение? Да, давай, внутреннее кровотечение. Отличный выбор. Сорок три очка, ну что ты будешь делать? 43 очка. Да, до свидания. Не, ребят, надо на бактерию переключаться, что ли, что-то вообще. На этом виде заболевания у меня, конечно, было меньше всего генов. Что у меня больше всего шансов сейчас именно вот это вот все пройти. Берем те же навыки. Крайне сложную сложность. И погнали. Что там вообще насчет бактерий написано? Что-нибудь вообще написано насчет бактерий? Видимо, ничего не написано насчет бактерий. Зато за заражение будем получать деньги. Точнее, не деньги. О, здорово, классно, круто. Сразу же начинаем с появления новых фильтров в самолете. Это так классно. Че, может, подождем какую-нибудь мутацию? Не будем гнать лошадей, подождем реально какую-нибудь мутацию. Зачем что-то там делать? Пускай все само делает. Нас пока замечать не будут. Зараженных минимум. Подкупим очки. В принципе, распространение само по себе неплохое. Заразность вполне на уровне. Ну, где мутация? За полгода ни одной мутации, нифига. Хотя бывало и дольше. Ладно, купим пока очки. Чтобы отчетливо понимать наш, ну, что мы можем именно купить. Сделать это все сразу, например. Чтоб резко такой скачок вызвать. Прям вообще резкий скачок. Десяточка. Девяточка. Фигово все очень. Ладно. Пока не палимся.
Пока просто-напросто не парим. Хотя, если мы заразим Египет, а Египет очень неплохо заражается, надо сказать. Ну, время, конечно, еще есть. Пока довольно-таки, ну, не быстро это делают относительно. То все равно, блин, если Египет будет весь полностью заражен, то нас сразу же заметят. К сожалению. Ну ладно, будем ждать распространения на другие страны. А вот повезет, и 14 человек левее кого-нибудь заразить другого. Давайте мне пузырики, алло. Мало у меня пузырики пока что что-то. Да из пузыриков я что-то практически ничего не получаю. Я хоть тот навык-то подставил. Или ошибся, как всегда, промахнулся там что-то. Ладно, давайте пути передачи уже изучать. Я заколебался ждать, не пойми чего. Ну, с такого количества стран-то, я думаю, побыстрее попрем. Это лучше, чем с одной стороны начинать, правильно? Мы уже, получается, в принципе, с трех начинаем, или с четырех. Да, вот темпы неплохие пошли. Так. Где мои мутации, а? Ну да, темпы довольно неплохие получаются. Но очков мало. Довольно-таки. Это все еще из-за фильтров в самолетах этих воздушных дурацких. Не особо приятно, меня порадовали в первые же секунды игры буквально. Нет, спасибо, анемия мне нафиг не нужна. Так, ну с Африки покончено. Потому что там, по-моему, полностью заразилось. Да, все страны заражены. Африканские, я имею в виду. Вот, поперло. Нормально. Ну, сейчас нас уже заметят, я чувствую. Это будет совсем нехорошо. Да. Так, насекомые 2, но поздновато. Ну, хотя для Бразилии пригодится. Конечно, меня особо не радует вот Европа, как обычно. Так, а это что? А, господи, я забыл. У этой штуки есть приколюха. В виде защитной оболочки. От всевозможных климатических условий, а я что-то тут... Сижу, жду там, пока накопится и так далее. Но устойчивость к холоду отдельно. Сейчас должно попереть, я думаю. Так, тошнота тоже не нужна. Давайте, во-первых, это изучим. Во-вторых, тошноту откатим. В-третьих... Блин, ну рано пока еще. Так, ну Россия все поперла. Ну, в принципе, все такие супер цивилизованные страны, я думаю, сейчас должны немножко подсдаться. Давай. Все, здоровых стран не осталось. В принципе, можешь потихоньку убивать.
блин, слишком быстро. Слишком быстро. Как обычно, очков не хватает просто-напросто. Ну вот что это за темп? Ну что я с этим сделаю? Ну алё. Охренеть. Что я с этим должен делать? Трендец. Ну посмотрите, ну я никого не убил, я убил 700 человек, ну отстаньте, а. Офигеть. Вот это просто офигеть. Да, я это, а что такое? Непонятно. Метаболический скачок, что ли, попробовать. Давайте. Переключим на умение. Слишком они дорогие. У меня вот на эти умения дурацкие вообще все уходит. Вообще все. Все очки. Так, сразу же повышаем вероятность мутации путем передачи через сельский скот. Через кровищу. Сейчас, может, на халяву все получим. Изумение. Ну там просто, ну там трындец, сколько очков надо впихнуть, чтобы что-то получить. Передача, пути передачи еще по-божески. Но вот умение — это жесть. Там нужен отдельный навык.